я сказал, что закончим, будем с вами заниматься. Будете разговаривать, все документировать. Помещаете? Вот еще одна просрочка. Слушай, ну хороший улов. Это не просрочка. Как это не просрочка? Это не просрочка? Серьезно? Это не трогайте наш товар. Нет. Так это просрочка или нет? Нет. Да, это наша проблема. Ну это да, это я согласна. Да, я считаю, это тоже как просрочка. Это перекладывание вины. И это конкретно ваша вина. Это наш косяк, согласна. Если вы так хотите, хорошо. У нас просто не было просрочки. Вот тоже неправда. Странно. Вы директор магазина и не в курсе? Там просто хакеры. Хакеры? У нас, к сожалению, нет машины такого времени, чтобы быстро к вам переметнуться. Он бы еще сказал, сквозану. Вы переводите стрелки на них. По фене начал ботать, я так предполагаю. Подождите. Мы закончим, и мы с вами будем долго заниматься. Серьезно? Да, я не тороплюсь. Звучит как угроза. Так, стоп. Знакомые глаза, где-то виделись. По глазам узнаю. Как у вас дела? Работаете? Серьезно? Так подождите, работаете или службу несете? Рыба должна быть в маске? Ну, я думаю, что нет. Именно защитную, не медицинскую, не гигиеническую, а именно защитную. Напечатать. Напечатать могут. И не подписать. Просто, ну, сошлитесь на норму правок, а не личное мнение выражайте. Постановление губернатора. Наступает в силу со дня его подписания. Подписи нет. Подписи нет. Документы подписаны и хранятся у губернатора. Вы нас доставлять будете? Наше дело предупредить, если кто-то поскользнется, обман покупателя. 7 рыб. На общую сумму примерно 30 тысяч. Ну, я усматриваю этот коррупционную составляющую. И зачем людей травить просрочкой? То есть вы сейчас за собой вообще вины никакой не чувствуете? О чем говорите? За качество, значит, вы не отвечаете. Я согласна. Просто, да, это наш косяк. А с кем ты связь там держишь? Кто ты говоришь? В общем чате. А? В общем чате. А, в общем чате. И сколько у нас там этих деятелей таких сейчас на данный момент? Много. Ну сколько человек? 5-6? Больше? Больше? Намного больше. Что, серьезно? Так, ничего себе. Вот это да.